Что касается Крыма, это очень, на мой взгляд, такой прямо болезненно, такой вопрос трепетный, поскольку этот вопрос, он касается реально всех. Все были там, кто-то отдыхал, кто-то работал, снимались фильмы годами там. Отношения двух стран действительно жутко испортились. И как это в политическом контексте отражается, мы все видим. Но я искренне надеюсь, что Земля настолько благодатная, она, вот как есть пословица, вот плюнь, и помидоры будут расти. То есть там действительно очень хороший климат, великолепный воздух. И если какими-то своими местными законами, организацией производства и разными сферами деятельности, как сельское хозяйство, так и туризм, этот регион действительно встанет с колен, я думаю, что это будет прекрасное место. Я была там лет 8 назад, 9, я была в положении, там снимал Федя Бондарчук фильм, который называется «Остров», и все как-то удивительным образом пересекается, и мысли Стругацких, и кино, и жизнь, и хочется только, чтобы в пору прекрасную, да, вот уж не пришлось бы жить и мне, и тебе, да, вот чтобы как-то жизнь наладилась, я точно знаю многих людей, они этнические русские, которые жили годами там, и те, кто живут, продолжают жить, все были очень рады, что Крым присоединился вновь к России. И я слышала эти настроения, слышала эту эйфорию, и, пожалуй, большинство людей действительно, если они высказываются «за», я считаю, что это их волеизъявление. И если им помогли, то почему нет?